На побережье бухты Лазурной полным ходом идут работы по очистке от мусора. На муниципальных участках к наведению порядка приступили бригады «Зеленого Владивостока». Сейчас работы проводятся на участке береговой полосы, длина которой составляет 35 метров. Мусор встречается различный, начиная с кабелей, прибитых с большого камня, да, большого мусора, больших булыжников, мелкого мусора и бутылок, в общем, оставленных отдыхающими. Сегодня задействовано 2 единицы техники непосредственно на очистки и перегрузки. Завтра планируем задействовать уже технику для вывоза собранного сегодня мусора. Работы по просеиванию песка обязательно проводятся в начале сезона и, конечно, по мере возможности и по мере засыпания. Соответственно, если будет большой выброс мусора и ракушечника, работы будут аналогично произведены. Основная масса мусора, которую мы собираем, она, конечно, с моря. С моря, потому что она засорена, засорена песком, она непосредственно в песке. Мы же углубляемся, техника углубляется и достает мусор с глубины песка. Мусор, конечно, оставляют и отдыхающие, поэтому призываем, собирайте за собой мусор. С 1 апреля по 1 июня во Владивостоке комплексно наводят порядок в рамках санитарного двухмесячника. Городские службы активно убирают мусор на территориях, ведут санитарную обрезку деревьев, мойку тротуаров, остановок, переходов и других инфраструктурных объектов. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.